Так, доброго ранку, тільки про і вже вам пишу. Влог. У мене сьогодні буде два. Перше про політику, політику стисло, а потім я розповім вам дуже цікаву історію початку революційної діяльності в Росії. Це будуть декабристи. Грудень, так. Да? Так, поїхали. За підтримку вдячний, на спілкування вдячний. доповедаю. Так, первое. Смотрел вчера, загрузил, случайно вывалился ролик, там еще толстый этот сидит, и Балашов. Он тогда тоже уже, это 11 лет назад было, э, про сказки говорил. Но он мне понравился, там он такой был жесткий, острый, хорошо сбитый на слово. И он мочил Бузину. Конечно, если Бузину сегодня переслушать, вот сегодняшним ухом, то мраз редко, мраз мразью. Такой усики на это. Он говорит, у вас фамилия Балашов русская, у меня украинская, но на самом деле что-то у нас разные взгляды. Путин охвалил через каждые три секунды. Ну такая тварь была, да. Поэтому он повторил подвиг многих мудаков, шоу-шоу и пирожок нашел, да. Этот, -это так, ну это из той темы, пришли возмущенные, я о них, кстати, сегодня поговорю. Вот я расскажу про Ирину Дмитриевну, У ну, нас есть такое пословица, что поснеешь, что пожнешь. Что воспевало, то оно к тебе и пришло. Кто с мечом придет, тот этот меча и погибнет. Вот расскажу очень красивую историю Ирины Дмитриевны. Там начался процесс над этим молодым человеком, даже если это он сделал, мне его глубоко жалко. По одной причине отца нет, отец на воюет за, Украину на фронте, мать одна, трудный период у детей, это 17-18 лет, это аль алёта поля. И надо с кем-то, ему, ему, надо с кем-то общаться, а не с интернетом. Он же на мои влоги не подписан, на меня 18 лет не подписывается. Мне подписывается, это в основном 45-55 и 65, да. Баба Ягодка опять. Ну, в общем, Балашов молодец был. Блин, просто красавец. Аплодисменты. Как он мочил этого Бузину, Бузина Гадина. Бузина это ж любимчик вот этой Наташи и Влащенко. Она сейчас сидела даже на возле памятника Бандеры, да. Первые дни, когда обосралась. В общем, во Франции началась Олимпиада. Но она не только по спорту идет, там наркоман этот э, снук Док, или как он там вынес, я среди он по наркоманам не сильно э, этот огонь, но не кололся, не нюхал при всех, но нёс и танцевал, улыбался. Я считаю, что это хорошо, что наркозависимые выносят э, огонь, вылезла там где-то мразь Сергей Бубка из города Донецк, которая где-то как червячок залезла в жопу, как глист, а теперь вылезла там, понесла олимпиаду чуть-чуть. Вот -чуть. от Украины. Где ж ты, гадина такая? Что ж ты молчишь, а? И там начался чемпионат мира по карманному виду спорта. В общем, об, обносят все. Обчищают всех. Вот я только отвернулся, сразу уже денег нет. Вчера внесли легенду мирового футбола Зика на полмиллиона долларов. Ну, Нельзя расслабляться. Также обнесли полузащитника аргентинской сборной Тягу Альмаду. Украли все, да. Пока не играли в футбол, их раздевалку обчистили под ноль. Вы видите, французы это мировая столица по карманному виду спорта. Поэтому, если приезжаете во Францию, то сумочку маленькую несите на уровне КДК через веревку. И карманы все зашивайте. Да. И занимайтесь, старайтесь джиу-джитсу, айкидо, чтобы быть подготовленными. Держите себя в хорошем э, этой, спортивной форме. Поверьте, это такое неприятное зрелище, как меня возле этого колизея да, на всю жизнь запомнил. Выбежал, у меня ничего нет. Можно только орать в небо, там, насрано. Угу. Ну, перед этим сборную э, по Австралії по велоспорту обчистили всю. Спасибо, только велосипеды не украли. Откатайтесь на здоровье. Вот видите, молодец, Макрон <плодил> наплодил. Выпьют трохи класу. Там моего підписника сьогодні День народження. Я йому побажав всего найкращего. В першу чергу це. Береженого и Бог береже, хай любить життя, хай живе тільки своїм розумом, і все у нього буде добре, да. Тільки так. Тільки так. В общем, вчера послушав, захотів уже послушать Исландию, потому что и Керчинский выступал вчера, и Иванов, но ну, вони сейчас в одному гавні копаються, червячки з одного говна. И получается, у них тогда была такая полемика, там были втроем Иванов Петров и этот третий Сидоров, философ у них. В общем, Иванов и Петров осуждают, что этот мальчик убил, ну, возможно, подозреваемую эту тетку Ирину Дмитриевну. Она типа украинский продвигал. Вона українська не продвігала, вона убивала. Українська мова не заслуговує таких, як Ірина Дмитровна. Тому українська мова, вона велична. І вона, вона у нас буде. 10-15 років у нас вона буде нормальна. Діти її опанують, і такі люди, як я потихеньку відійдуть в мир інший, ну в говно, в земельку. І буде все добре. Все буде добре. Це ж песня така. А Ірина Дмитрівна, вона її уничтожала. Только это її дочка думає, ще якась невелика, а може, велика громада Львова, що вона просувала щось. Ні, і ще там два мужика, яких я не буду рекламувати Волох, вони теж опять підняли тему Ірини Дмитрівни на флаге. Що хто не скаче той москаль, ну, якщо Українець переважно спілкується російською мовою, не російською рускою, то він не українець, він ще гівно. И я же им чуть возражу в этом влоге. Я не буду их имена и фамилии называть, и их передачу, потому что ну, просто уже ну, два петлюровца сидят вот это, да, и выдают себя, из себя философов. Ну, отвечу, отвечу. В общем, Исландия пришли к выводу Иванов и Петров, что если бы этот мальчик грохнул Бужанского, то они бы скинулись ему на адвоката. Они, был задан вопрос, почему первая Ирина Дмитриевна, а не Бужанский. А вот этот Валентин, а Валентин Гладких, я сказал, Сидоров, да? А Валентин Гладких им возражал, что нельзя переходить такую плоскость, потому что все будут ходить стрелять. Я вам скажу, вот последние выборы были в Мексике, то было убито 53 кандидата в депутаты, и их убивали в основном дети от 13 до 16 лет. Да, подходил молодой прямо в затылок, шмалил и все. Встреча с избирателями. Поэтому, когда э, Геннадий Викторович Балашов на, говорит, приезжайте в мой отель отдыхать, я с вами пообщаюсь. Не надо, вы приедет с, с молотком. Ну да. В общем, Исландия против террора таких людей, как Ирина Дмитриевна, но они за убийство Бужанского. Ну, Бужанский, это Ирина Дмитриевна, только наоборот. Такой же самый. Да. <coughs> Деды воевали. Красная звезда. А так, отменить. Нажал такую кнопку, она что-то так перегорнула. Так. Так, а теперь... Вот это же полемика свой чужой, кто не скачет, то и маскат. Я для этих двух дядек, ну, примерно моего возраста, хочу уточнить, что самый кровавый период в жизни Украины, да, это УССР. Периода 1917 года, 1967 года. В этот период, с 17 года по 67, Украина была украинская на 90%. Всі говорили, тільки Соловіною, тільки мовою и кабзаря. Да. І що ми бачимо? Українські політруки, нквд чекісті, ну, вирізали там 10-12 мільйонів населення. Голодоморами, розстрілами, відправками ссылку Всі були україномовны. Сталін зразу ж з Ленином ввели декрети, о том, що Україна буде украинской. Так как элита была городская, мещане были русскоязычные, их всех вырезали, либо они убежали за рубеж, то иммигрировали. то нужно было, а партия была рабочая крестьянская как и армия. А рабочие крестьяне это были вчерашние сельские, только крепостное право аннулировано при Александре II, да. При Николае, Александре III, а Николае II оно еще не набрали эти реформы. В общем, весь Вся публика, которая сделала революцию, она была украиномовна. Поэтому сюда приехали сначала Овсиенко. Потом сюда приехали такие люди, как Скрипник, Кассиор, и они начали вот эти все реформы, да. И там декрет за декретом был. Мало того, коммунисты Украины протянули еще такой декрет, был он, от 1923 года, он недолго был, лет 7, по-моему, что обязательно изучение в РСФСР украинского языка. А там, где проживает большее количество украинцев, там, например, по Волжье были там поселения, были поселения в Сибири, Хабаров, Задний Восток, в первую, в первую чергу, И все выучали украинскую мову. И вырезали 12 миллионов украинцев. 12. Самая большая, самый большой террор сделали украиномовные против украиномовных. Под руководством Москвы. Но это были украиномовные. И язык никак не спас и не защитил. И мой дед в том числе тоже прадед поехал э, в этот, Иван Козьбан поехал э, в Сибирь, в да, Сайберию. И там э, помер. Ну его знищили. Поэтому, пожалуйста, но ну, выучите историю. Я вчора взяв у телеграм каналі канале масу постановлений декретів, что только український язык. Я виложив масу этих отделений просвіти, які відкривав Сталин по всей Україні. Везде была просвіта. Всі опановували літературну українську. Да, вивчалися тільки НКВД були всі прокурори и комуністи були всі на українській спілкувалися. Ну і що далі? І що далі? Що, Як воно спрацювало? Да ніяк. У нас були просто пограничники, вертуха і убийцы, україномовні. Все. Поэтому я, когда вот этих двух дядек сушаю, просто, блядь, вот так заложить два пальца и вырыгать. Я вот это их сейчас удаляю, не буду слушать где-то месяца 3-4. Вот я начал иногда, опять чуть-чуть иногда Исландию слушать. Ну, ее можно слушать минут 12, ну не более. Вот даже был такой у скрипника Павел Постышев, второй секретарь КПУ. Его же убрали отсюда за то, что он притеснял украинский язык. Он мало давал украинского языка, препятствовал. Скрипник на него пожаловался, Постышева убрали, потом за это расстреляли в 1937 году. А скрипника расстреляли чуть раньше. Когда к нему подходили, он же был верный, верный коммунистом, верный, он первый чекист был в своей Украине, он застрелился, скрипник, да. Он не смог, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Обид, убит, опять он против мнения света, там и т.д. и т.п., да. К чему теперь страдания? Пустых похвал, ненужный спор. И жалкий лепет оправдания судьбы свершился приговор. Да. Поэтому, ну, да. вот это самое, вот это, вот это, это гниды, вот это гниды, Кто-то у нас говорил э, во Влогах, вот этих Ютубах, вот это же вот эти гниды, которые начинают поднимать, что если ты больше на русском говоришь, то ты не украинец. Вот это как раз и есть гнида. Вот это как раз эти люди, которые против украинского языка. Да. Это в чистом виде Галимая Петлюровщина. А як Петлюра закончив, ми как Петлюра закончила, все мы знаем. Он добежал кое-как мокрый и вонючий до э, Парижа, его там застрелили, наши же эти догнали его. Так, все буде добре. Буду, опануємо українську мову, потрібен час, бо не за е, одну добу все це було. Да. Це було десятиріччя. Каганович той же сами, він україномовний був. Україномовне таке було, це іудейське дитя з Києва. Да. І що, і що він творив? І поляк Касіор українською мовою розмовляв. Вивчайте історію, будь ласка, з 17-го року по 67 й спілкувалися тут всі українською мовою. І що вони наробили? Що вони накоїли? Ви хороші люди, хотів сказати плохе слово. В общем, летал там два дня какой-то суперсовременный самолет-разведчик, два Еврофайтера его прикрывали возле Крыма. И потом через 6 часов нанесли удар украинская 15-я бригада атакам сами, по сакам и еще. И вообще там полные саки получились. И там российские каналы скулят там не по-детски. Они пишут, что мы там подбили, но что-то, ну типа, там самолеты стояли, фронтовые бомбардировщики и еще что-то там. Значит, горело полдня. Долго праздновали, порвали три баяна. Вот эти два пузатика пусть пойдут на фронт и расскажут, ну, целые подразделения по 50-60 человек русскоязычные. Пусть им это расскажут. Кто настоящий, кто не настоящий. Твою мать. Ирины Фарионовны, да. Взять, де він был, де він был, в якому окопе, в якому ТРО, в якому подразделе. Мы уже наоборот объединяться. Сколько нас уже, ну, у нас же идет все по нарастающей. Мы же от комуняк приняли 53 миллиона почти населения, да, и миллионную армию, и 4 армии у нас были. Там 58-я, 16-я, еще какая-то там, 13-я стратегические бомбардировщики, тактическое ядерное оружие, все мы от них приняли. Где воно? Где воно? Где люди? Сейчас уже вряд 28 миллионов. Ну, оно что идет по Нарсачу, сейчас будет у нас 25 миллионов. Ну, кричите в своем вот этом, в каждом ну, хуторе, вот будет 4 хутора. Будут все орать. Вот пусть вот такие вуса, вот такие чуба, и будут орать там. Только мы. Вот у меня есть диалект такие свиньицы. это так я. Только я и все. Ну да. Ну, и что далее будет? Что далее будет? Будьте людьми 21 века. Твою мать. Мне, если, например, на улице идет какой-то поляк, там, или какой-то японец. Вот японца недавно встретил. Он шел, искал дом разбомбленный. Ну, попали в девятиэтажку, она развалилась. Японец. Открыли Гугл переводчик, поняли друг друга. Я его взял за руку, довел до этого дома разбитого. Он там фотографировался, поставил японский флаг. Все, мы люди все. Мы чи люди, чи не люди, все. У нас тут масса сел от вокруг меня, которые были, ну, довольно-таки пророссийские, украиномовни. От лівобережжя Украины, да. Ну, і що далі? І що, як ця мова працює? Та не працює вона. Мені перша людина, яка сказала, навіщо ти пішов, що не можна було домовитися, це була україномовна продавчиня в магазині, Да. Я прийшов, в так називаємо, ТЦК. І мені нам були бумажки якісь потрібні. І рядом був магазин. І мені треба було дівчатам купити коробку конфет до чаю. І вона мені таке сказала, навіщо ти там воював? Все. Оце така українська мова. Ну що воно дає? Та нічого воно не дає. Твою мать. Дайте час людям вивчитися. Так. В общем, що э, хоче сказати. росіяни не очень неплохо вмарскирують. я вчора смотрев бої мадіра. С, с большим трудом он ищет пушки очень. Ноны, ноны, кстати, прицепные увидел. Я их не видел раньше. Сам на нонах служил, а прицепных не видел. И э, вот хочется похвалить россиян в том плане, что очень хорошо маскирует технику. Очень. Вот так в упор смотришь, и не видно, что там стоит нона. И они, кстати, по именно нонами на гусянке на БТРД работают с капониров они заезжают в Капонир и работают с него. Вот мне даже вчера пацаны там писали, общались с Азова, э, замкомбата там. Ну да, да, он, кстати, украиномов, он говорит, ну блин, ну вот это что они творят, вот эти всякие Ирины Фарионы, вот эти дядьки там, что кто не говорит на ком языке, это говорит, ну просто херня. Нам надо наоборот собрать где-то По соплям, осталось там 28 миллионов. Мы Ми хотим, чтобы осталось 20 миллионов. Ну, так будет 20. А будет еще меньше. так. Ирина Шварион, вона ехала відпочивати куда? В Болгарию, да. Да, там родина її живе. В Закарпатье вона не їхала, хотя там чудові места. поэтому мы должны тоже хорошо свою технику маскировать вот кстати хочется рассказать я кстати про Ирину тоже что она воспевала хочу рассказать, вот была такая знаменитая уроженка Хмельницкой области но она раньше была воинская губерния Фанна Ефимовна Каплан она с молодости переносила взрывчатые вещества бомбы, была взорвана на каком-то там на какой-то квартире потеряла частично зрение, и потом она все-таки добралась до Владимира Ильича Ленина и успешно выстрелила. У нас это народный вид спорта. Вот я про этот народный вид спорта расскажу. Так, сейчас я еще также сделаю обзор по Кратевичу. По Кратевичу, да. Помпео там написал статью, это типа был помощник Трампа, что Трамп если друг шо, то и даст Украине 500 миллиардов, и ленд без начала и конца, бери все, что хочешь, против авианосцев. Ну, в общем, я вчера пьяный часть лежал 5 минут. Не знаю, сколько это правда, но 500 миллиардов даст. А сколько вам дать? 500 миллиардов. Хорошо. Зеленский вчера чуть сума с ума не сошел от часа. Тут сделали, договорились с кредиторами, что в этом году нас не объявить банкротами. Хотя кухарь говорил, что у нас денег много. Я не знаю, как этот кухарь считает. Он, наверное, косоглазый. И у него машинка, операционная система давно не обновлялась. Так, в Акратевича. Слушал Акратевича, послушал все два с половиной часа на украинской правде. Рассказывает про наступ того года, против которого я был. Что на определенном этапе три бригады начали друг друга стрелять, настолько были несогласованные. То есть одни стреляли по другим. И, например, одна бригада хорошо продвинула, 47-я, а вторые не могут сдвинуться с места. И он говорит, что если воевать надо было по-другому, то все получилось бы. Я хочу возродить Кратевичу, никогда бы ничего не получилось. У нас нету той отвертки. Для того, чтобы это получилось, должны быть F-16, должны быть Apache, должна быть, должна быть все то, что будет противодействовать К-52, Ми-28. Вы загружаете все, все, виды вооружения, которые есть у россиян, и потом моделируете бой. И вашу всю броню сожгли как тазики. Они подвесили эти корнеты в виде э, атаки, да, этой ПТРК, ПТУРОВ. Там по 8 ПТУРОВ висит, тяжелые ПТУРы такие, по почти 2,5 метра роста. И этими ПТУРами маркировали танки, вот идет колония, она вся замаркурована четырьмя к Они поднялись где-то на метров 300, отработали, сожгли кого и все. И все заминировано. Ничего бы не получилось. Без поддержки тазиков у нас людей мало, чтобы ходить ногами. У нас нету миллионной квантунской армии. Поэтому он многие правильные вещи говорит о том, что мы вообще не режем эти зубья флангов. Нужно их резать. Но у нас нет ресурсов и сил. Вот и все. Ма. Это знаете, вы когда пришли куда-то что-то чинить, открыли свой ящик, а в этом ящике нету вот этих э, инструментов. У хорошего слесаря всегда, у э, этого проводчика всегда полный перечень инструментов. Он покупает не одну отвертку там, на 16, он покупает и на 18, и на 21, там, и на 34, так и ключи. <свот> Поэтому не получилось бы. Мы же в 21 веке не обманем себя только с помощью FPV-дронов или сбросов. Нам нужны были какие-то B2 спириты, которые бы закрывали огромные куски территории сбросом больших каких-то тяжелых бомб. Вот это все надо. Вы при... вот я Кратевича рекомендую, найдите интересную литературу американскую по буре в пустыне и посмотрите, как это делается. Как мощные реба начинает работать. С мощными ребами летают апачи. Как потом начинают работать где-то недели полторы б -1, б, -1, б 1 тяжелые бомбардировщики, которые несут под детектическое ядерного оружие. F-35. И потом только на четвертый день начинают работать по 500-600-500-600 истребители F-16, F-18, F-15, F-14, этих Хорнетов. Да. И только потом идет пехота. Да. Ничего бы не получилось бы вообще. Понятно, что он там говорит на авторитете, но не получилось. Моделируйте. Вы шенша, вы моделируете, правильно. Легко это предсказать, потому что нужно понимать, как оно работает. Если ты знаешь примерно, 90% ТТХ современного мотострелкового подразделения, ты легко смоделируешь бой. И все. Я что тогда во влоге Романенко сказал, они будут просто идти, а это что будет, как они будут идти? Они будут просто идти ногами. Мы не будем делать ни ФС, ни мины, ни т.д. и т.п. Они будут просто идти ногами. Как ногами? Да они, никакие там эти кабы это хорошо, они там их сбрасывают, там все остальное. они будут идти просто ногами, да. А это, я же рассказывал, это теория сифилиса. Вот это ноги молекулы так идут везде. Вот так они сейчас так и идут. Они же не идут кулаком, они идут везде. Они просто мой влог законспектировали. Ну, он рассказывает о ноле взаимодействия взаимодействия подразделений старшие офицеры их никогда не видят подразделения, они сидят какие-то КСП, ЛБС вообще не видят. Говорит, что есть, вот есть комбриги толковые, от комбрига зависит 100% боеспособности. Ну вот я хочу похвалить 79-я бригада, два подряд боя. Они работают на дальней дистанции, у них постоянная разведка. Вот это подразделение, там где они выходят прямо лоб-лоб вам, это аж ну, их надо, ну, командование надо менять. А вот 79-я бригада аплодисмента. Они за горизонтом работают, вычисляют за 5 километров от ЛБС колонну и начинают ее там крошить. И вот две самые огромные атаки за всю историю этой войны второй фазы. И эти две колонны не дошли, и уже вторая была колонна поменьше, не дошли даже до первого контакта боевого стрелкового. Браво, браво. По его мнению, РФ бьют там, где давно было тихо. Вот, например, они долго Нью-Йорк не трогали. На этих участках личный состав не работает с обороны, не рейтары. и Третьи линии не ставят ФС, ФС а, говорит, вообще нет. И они начинают бить там, где долго было тихо. Поэтому на это надо обратить внимание. И, говорит, очень страдает от того, что например, ты сделал боевое подразделение, а потом тебя начинают забирать какую-то боевую роту и перебрасывать на совсем другие участки и отдавать их совсем другим подразделениям, делать солянки. Он 6 месяцев просит у командования с помощью хаймарсов или джедамов уничтожить важный логистический центр на их направлении Серебрянского леса. И 6 месяцев ему никто не помогает. А Павел Себастьянович говорит, вы не можете за ОБС какие-то цели уничтожить. Да вот этот Кратевич говорит, не, не дают ничего. Ну, он говорит, что их обделяют и броней по полной программе. НГУшники самые обиженные в плане вооружения. У него, в их подразделении, это 12 НГУ и 1 все офицеры, в основном из солдат, выросли за 11 лет войны. Он хвалит этого м -м, командира 12 НГУ. Я тоже его хвалю, хороший чудак. И я считаю, его надо в ставку тянуть. Но ну, у нас в ставке там сейчас засилия красных генералов, поэтому ну, такие ребята, как вот этот Денис Редис, они там не нужны. Я считаю, что Денис должен быть главкомом. Да. Он рассказывает, как он... Их же когда вот это вытянули из плена, у них не было бригады. Им дали там 150 человек, которых надо было первых обучать. И вместо обучения их сразу бросили на, на, наступление, вот это контрнаступ. Он попросил у Заужного, что дайте нам участок там, где мало боев, чтобы мы обкатали людей. А им сразу же Заужный эту бумагу подписал. Оставка, а которая вела направление юг, они проигнорировали команду Заужного и начали их бросать в бой. И Кратевич отказался выполнять боевые распоряжения, потому что Говорит, я, люди у меня неопытные, они вчера пришли, я их всех покуплю. И он отстоял это, к чести. Это при том, что у него вообще ничего не было. И дали два танка, и дали два БТРа. И говорит, куда? А и туда. В общем, он говорит, что в заявлении он написал, кроме суда, еще на двух его дружков. Сейчас команда Содоля опять руководит, то есть Содоля только убрали, а всех руководят. И одному из виновников, кто наделал такое в Мариуполе, не делал ФС и т.д. и т.п., дружка Содоля, ему дали очередное генеральское звание. А говорит, ДБР не, не принимает никаких бумаг, не хотят ничего делать. Если ДБР не открывает ничего на Содоле, это лично команда Зеленского. Ну да. Это я подскажу более молодому этому ворон ворону глаз не выклюет. Да. Говорит, что начал Содоль с нами делать, сводить счеты после Мариуполя? Он начал нам давать боевое распоряжение по низинам. Там, говорит, такая низина, ты в нее заходишь, и тебя, твою бригаду за день перебьют россияне. И он, и он нас туда гнал. То же самое на него жалуются морпехи офицеры, друзья его по крынкам. Но у них сейчас там идет зачистка в морской пехоте, чтобы никто не открывал рот на соду. Да. Кто откроет рот, тем хана. Он говорит, что по содолю надо открывать минимум 3 ЕРДР, но ДБР повыкавали себе глаза, зашили рот. В общем, он простился, например, за ужин его принимал, он к нему, кстати, недавно в Лондон ездил по дружбе, подарил ему кортик английский. А, и он говорит, я вместо того, чтобы воевать, я занимался бумажной писаниной, воюю я с Содолем. Говорит, я хочу воевать, не мешайте мне, Содоле. И он говорит, волком меня принял, а командующий АТУ ни один меня не принял. Сказали, мы с ним не хотим общаться. Ну, и ты по Мариуполю, они должны ответить. Они должны ответить перед судом Украины. Он сказал, я буду продолжать судиться, там знаменитая какая-то украинская компания адвокатов будет вместо него эти бумаги даже качать. <coughs> Вчера смотрел короткую передачу «Файл про мафию», ну, чуть-чуть посмотрел. Как самое интересное, там показали фильм, ну, типа «Крестного отца», и там же играл Эполита какой-то, и он на самом деле был полицейский, который играл бандита. А потом оказалось через 15 лет, что этот полицейский, а он сам из семьи криминальный, но пошел в полицию. И кажется, этот полицейский, служил в полиции, выполнял всю жизнь заказные убийства для мафии. И играл же в этом знаменитом фильме, Эйполита. И он убил 7 человек по заказу, по заказу мафии. Думал, короткий будет влог, а получается больше 30 минут. Я аж на Ирине Дмитриевны Фарион вырос в лохах. И, ну, ну, я кроме нее читал, но ну, ее вои смотрел. И она всегда воспевала политический террор, что если не согласен, то ты должен взять пистолет и убить противника. Да, это она постоянно говорила. Она провела блоги про Мирослава Николаевича Сочинского. Э, это знаменитого общественного политического деятеля. Это который застрелил прямо на приеме, записался губернатору Льв... Льв... Галичины на прием и застрелил Потоцкого. Это был Мирослав Николаевич Сечинский. Она про него рассказывала много влогов, как правильно брать в раундинг руки. И что кроме него, кроме Сочинского, там уже у всех других тоже были пистолеты. Там на прием записались пять человек, все с пистолетами. Потом она вела отдельные влоги «Код украинца». Она записывала про Лемика, <клес> Микола Лемик, по моєму це людина із Миргорода, опять город Миргород. Он вместе за Голодомор і репресії україномовних НКВД-стов проти україномовної людини, селянина, який привів НКВД-стов до влади. она уже воспивала, как великого человека, патриота Лемика, який, як гідна людина, достав пистолет и застрелив е, посла там было депрессия во Львове Советского Союза, убийство посл... этого, посла дипломата Майлова. Да, он, как и Ирину Дмитриевну, зашли с револьвера Лемек и застрелив, да. Прямо в об. Куля Воп, так куля Воп. И она же записала знаменитый его ген украинца о том, как правильно сделали, что Бандера и еще ряд студентов в Львовских поехали в Варшаву кофейку попить. Вычислили министра внутренних дел Пиратского, Польши. И достали револьвер и сказали, это вы Пиратский? Да, я, я. Я уезжаю, я жду такси. И застрелили его прямо вот, да. И вот это все культивировала Ширина э, Дмитриевна. О том, что надо доставать наган и стрелять в лоб. И посмотрите, как оно получилось. Ты когда пропагандируешь экстремизм, в твоих словах постоянно реакционный экстремизм, оно когда-то к тебе может прийти. Да. И влогиш смотрят не только те, кто тебе ставят лайки или дизлайки, или сердечко, и пишут, вы такие грамоты, вы такие молодец. Есть влогиш и смотрят те, которые тебя хотят убить. Да. Вот я прошу правильно стрелять 120 миной по поросенкам, правильно ставить М14 мины, которых у нас нет. Меня же тоже может кто-то убить. Хотеть, да. Поэтому, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому, Ирина Дмитриевна, я вчера делал репосты этих влогов про Лемика, про Бандеру, в которых она говорит о том, как правильно брать наганы и стрелять в лог. Да. <клых> как она рассказывает тех, кто в окопах, кто не такие. Ну, там слова очень плохие, я не хочу их говорить. На... Или девочка какая-то, на улице подошла, она такая шла. Она, кстати, уши своей дочки выглядит, Ирина Дмитриевна, выглядела. Она как женщина поинтереснее была. Дочка, що то вообще плохо виглядає. Ну, я на слоні подбирав. Она в этом купалась в этом хамстве. Ну... <клес> в Києві на Хабарі споймали, схопили топ-посадовця Агентства за оборонних купівель. Вимагав 700 тысяч долларів. Бачите, я, е, я кричу, я воплю. Люди добрі, схаменіться. Нам потрібні міни против піхоти. Ми їх повинні ці колокольчики ставити, ставити і ставити проти е, цієї наволочі. І що ми бачимо? Працівник, е, той, хто керівник відділу Департаменту безпеки, який должен придбати нам нормальне озброєння, він вимагає хабаря доброї вістки е, 700 тисяч доларів. Да. Це дуже погано. Як ну, же ми переворожимо армію, якщо Там везде сидят зяточки. И берут, берут и берут. Когда это закончится, эти яйца по 17, я не знаю. Блин. В общем, чайник и женщина. А, ну там, в общем, смотрел ролик, наверное, все смотрели. Черношкира жинка вызвала двух копьев. И что, если она там заподозрила. И в общем, она потом начала... Я английским не владею, к сожалению. И начали не ругаться. Она пошла к чайнику. Чайник был с кипятком, копу что-то не понравилось, он ее застрелил. И там скандал. Да ну не надо, что-то он быстро ее застрелил. Мне кажется, тут тоже есть элементы расизма. Там вот этот есть замминистра финансов Нигериис, а имбала какой-то в США. И он вчера Индию предупредил, что индусы, если вы, я уже увижу ваши транзакции, как деньги пошли российские, если вы это не прекратите, я, я вам сделаю Джик я вам порежу все. И вот этот моди не знает, что делать, едет к нашему Зеленскому. Да. Индусы это самые хитровжаренные люди на планете Земля. Они Кришна Кришна, Раджа Раджа. И они же хотят петлять со всеми. Вот семья Ганди, Раджив Ганди и Индира Ганди. Они же не слушали англичан. И англичане их убили. Прямо на параде. Они шли перестроим и их убивали, 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 да. И вот этот Муди, он хочет долго жить, он едет к Зеленскому в своей пижаме. И с хорошего перестали добывать мы уголь в Украине. Уголь это средневековый вид сырья. Его нам не нужно, потому что у нас нету ТЭЦ. То есть Ахметовский уголь не нужен, потому что Ахметовські тест не работает и нас заставляет наша ареано беречь украинскую природу, беречь украинское здоровье украинцев, чтобы наши детки не болели силикозом и всякими дыхательными заболеваниями. И ставить современные виды технологии добычи электроэнергии от Солнца, от природы и от всего хорошего и зеленого. Зелене це не значит, что гидко погане. Да. Зелене может быть и дуже гарне. потому что мы прячемся под, от жары под зеленым листиком. И зеленый листик нам вырабатывает что? Кислород. Все. И это прекрасно. А без кислорода мы жить не можем. Без кислорода мы живем максимум 3 минуты. Все. Поэтому всем хорошего дня. Еще будет один бог. Я про декабристов сейчас буду записывать. А получился у меня только политика.